В магазинах должны появиться специальные скидки для пенсионеров. Такое поручение дал губернатор области Андрей Воробьев. Сегодня есть тенденция подорожания продуктов питания. Я прошу вас проработать, обратиться к торговым сетям с возможностью предоставления специальных скидок в определенное время тем, кто находится на пенсии, тем, кто в этом нуждается. Самые резкие скачки цен на продукты питания наблюдались в конце 2014-начале 2015 года. Сейчас где-то за счет сезонных товаров цены по некоторым позициям пошли даже вниз. Но в целом на продукты уходит большая часть бюджета любой семьи. Небольшой опрос на улицах города показал, что при нынешней ценовой политике большинству приходится искать и выбирать. Ходим, выбираем, да, картошка там такая, а здесь такая. Вот я смотрю, здесь вот благо масло растительное, очень сильно подорожало растительное. Рис поднимается, это опять поднимается. Сначала опустилось, теперь поднимается. Ну, естественно, хлеб, естественно, мясо. И мясо в другой раз купишь. И подорожало, а качество, конечно, не очень. По чуть-чуть на все продукты. Рублю по рублю, что-то не каждый день все дорожает. В общем, как говорится, живем от пенсии до пенсии. И если наше государство не задумается над этим вопросом, за гранью бедности будет находиться все больше и больше людей у нас в России.